День Победы – светлый праздник, когда радостью переполняется сердце, а на глаза наворачиваются слезы. В цветущем мае 1945 года была поставлена точка в самых кровопролитных событиях 20 века. Педагоги комплексного центра социального обслуживания поговорили с воспитанниками на такую важную и сложную тему, как Великая Отечественная война. Как объяснить разновозрастным детям, что такое боевые действия? Как рассказать о них доступно? И не рано ли ребятам знать о жестокости и беспощадности военных лет? На эти и многие другие вопросы ответили сотрудники комплексного центра социального обслуживания. Каждому ребенку они нашли подход, каждому детскому сердцу подобрали свой ключик. В итоге получилась музыкально-литературная композиция, в программе которой были и песни, и стихи, и танцы, и театрализованные сценки, и даже игры. Когда приходит День Победы, цветут сады, цветут поля. Когда приходит День Победы, весной дышит вся земля. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат рядовой, единой судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. В этот день ребята с гордостью надели георгиевские ленты, проникновенно пели про русского солдата. Именно так в сердце зарождается любовь к родине. Сотрудники комплексного центра социального обслуживания продумали все детали торжества. 9 мая – это рассказ не только про горечь войны, но и про радость Великой Победы. Поэтому зал был украшен воздушными шарами и цветами, а на небесном полотне парили нежные бабочки и белый голубь – символ мира. Екатерина Рускова, Андрей Михалин, Тимофей Якимов, ТВС Пущино.